Путешествие исхода Иисуса Христа. И какие муки Он претерпел на кресте, вы сами знаете, я не буду уже повторяться, рассказывать. Не каждый человек это выдержит, понимаете? И вот дело в том, что мы некоторые, нам свыше, как апостолов Петра, Иакова, Иоанна, накрыло облако Господь Отец своим глазом, сказал, слушайте сына моего. Вот. Каждому из нас дан крест. Любому нет человека, который без креста. Даже